горит, душа живая, всей природе такая. Весть несет живым и духом, что земля жива, и слухом все природные явления напоены искуплением. По щучьему велению, по моему хотению, с искусницей Марьей свершим все дела, когда делали в старе, с русскими народными сказками, шутками да прибаутками. Следующую песню, ну, я думаю, можно немножко расслабиться. Давай. Мы сейчас сделаем «Кораблик». Это одна из моих любимых песен. «Кораблик» — это такой кораблик, который плывет по реке, по ручью, там, потом по морям, по океанам. Это как бы вот душа моя, которая стремится в некую страну. Тут будут слова «синий, белый, красный», это флаг Франции. «Синий, белый, красный», значит. Малый кораблик плывет по ручью. Что ж ты, душа моя, будто бы спишь? Скоро и я на берегу полечу. Манит к себе дивный город Париж. Детский кораблик плывет по реке. Сердце тоскует о дивной стране. Клоун дурачится, мел по реке. Люди хохочут, но души в броне. Синий кораблик — это глаза, белый кораблик — это душа, красный кораблик — это любовь, это любовь моя, Франция. Красный кораблик — это Дамур, это душа моя, Франция. Это Париж, Лион и Марсель, Ален-Делон, мадам и месье. Это Ришар и любимый Дассен, это Пиаф, Батье и Мерсье. Стойкий кораблик плывет по морям, чайки кружатся над ним тут и там. Стойкий кораблик не хочет назад, он будто верный присяге солдат. Синий кораблик — это глаза, белый кораблик — это душа. Красный кораблик — это лямур, это любовь моя, Франция. Кораблик — это Дамур, это мечта моя, Франция. Чистый кораблик плывет по весне, малая рыбка в плену на блесне. Вот и рыбак, невольный палач, часто ли слышишь ребёшки ты плач? Эй, рыбак, часто ли слышишь ребёшки ты плач? Синий кораблик — это глаза, белый кораблик — это душа. Красный кораблик — это л'амур, это любовь моя, Франция. Это финес, который Луи, это Баланс и Пуатье, это Бордо, Орлеан, Свини, это Круа и Депардье. Синий кораблик — это глаза, белый кораблик — это душа. Красный кораблик — это л'амур, это любовь моя, Франция. Это душа моя, Франция.
вот Юрий, такая песня интересная, да, ну там всякие французские названия, а любовь-то все-таки Франция. И что это там за рыбка на блесне плачет, а? Вот мне это интересно. Рыбка натуральная, которая не хочет умирать. Это намек на глобальное вегетарианство, в общем-то. А, то есть это вот так, намек на глобальное вегетарианство. Рыбку-то ловят, она живая, она не хочет. А я думала, что может это девушки, которые ловятся, нет? Может быть. Может быть, это где-то какие-то девушки. Девушки еще впереди, мне всего-то 18, поэтому. А, вот так, то есть 18 еще, все девушки впереди. Я просто рада. И француженки, может быть. Не обязательно француженки, я предпочитаю русских. Русских таких вот крепких, кровь с молоком. Подождите, да. Которая в горячую избу войдет, это лошадь на скаку. Да не обязательно, пусть нет. Будет нежная, пусть будет половинка моя родная, которая понимает эти вещи. Так, внимание. Вот сейчас по щучьему велению, по нашему хотению, тут сидит у нас холостой и красивый Барт, правильно? Да, пока вот, еще одинокий. И ищет свою половинку. Да, посмотрите ищет. Внимательно, он ищет. Да, живьем он даже красивее, чем вот на экране, я это вижу. Очень симпатичный, а голос какой, а как поет. Вот, и еще вот Францию любит Бордо. Учтите, Бордо. Так что вот, девушки дорогие, если кто увидел, откликайтесь. Тут, может быть, и одна из вас есть половинка его. Ну, а мы переходим дальше к следующим песням. Вот тут все по щучьему велению. А вдруг откликнется, да? Кто знает? Да, я могу. Можно из другой страны? Можно? Да, да. Допустим, там Израиль нас смотрит. Можно из Израиля? Холост. Вот такой холостой, такой симпатичный. Из Израиля не хочу. Я русскую хочу. Нет, ну в Израиле же может жить и русская. Да русские они везде. Ну, в общем-то, да, но... Человек. Я вон во Францию приехал, по Парижу иду, 50% русских. Ну вот из Франции, наверное, она и нарисуется. Кто его знает? Из Парижа. Франция, Париж, откликнись. Здесь сидит одинокий прекрасный мужчина, который так поет. Кстати, можешь покорить этим Париж. Вот начнешь петь такие песни, им же не важно там слова, сам голос и все такое, можно покорить. Все, пошли дальше. Следующая песня. Ну, в общем-то, можно сделать вот такую вот песню, я вот как раз вот в тему, да, вот как раз по поводу любви, по поводу половины. Все, уже пошла любовь, Верховный молебен называется. Да, по любви, все. Словами играя,
зову вас в полет. И может быть будет рассыпана соль, а кто-то забудет священный пароль. А в сумрачном небе сияет луна, любовный молебен золотого руна. А в сумрачном небе сияет луна, любовный молебен, верховный молебен золотого руна. Мужем построен из замок хрусталь, печали зароем, отыщем грааль. Поднимемся выше и вновь упадем, и сорвана крыша, чего же мы ждем? И знаки даны нам совсем неспроста. Мы ловим павлина, а он без хвоста. Мы ловим павлина без хвоста, он без хвоста. Вай-вай-вай-вай, а он без хвоста. Мы ловим павлин, а он без хвоста. А в сумрачном небе золотого руна. А в сумрачном небе сияет луна, и любовный молебен, верховный молебен любви и вина. Я странный наместник, я с Богом всегда. Движемся вместе, огонь и вода, огонь и вода, огонь и вода. Я странник навестник. Да, ну вот такая совершенно странная песня. Странная. Да, про странника, наместника. И я хочу сказать, что вот очень напоминаешь, что я тут поглядываю на экран, правда напоминаешь Аксиковского, ну вот если ты пишешь в ту сторону, то вот у меня как-то с ним получилось так наоборот, что вот у него было стремление к телу, у меня все время туда, куда-то наверх. И вот все время мы расходимся, кому что, да? Стремление к духу важнее, мне кажется. Да, ну вот мне тоже кажется, что стремление к духу все-таки важнее. Вот, и такая самокритичность насчет павлина. Это такая вот прожитость все-таки внутренняя, понимание того, что вот часто гонимся за тем, чего нет, да? Ну, ну в общем-то, за какой-то, многие за ловят чего-то такое вот цветное, ну, как бабочки, знаете, на свет летят, а в итоге ничего там нет, получается, да? Что все внутри. Все внутри нас. Все внутри нас. Ну и пока еще у нас есть время, а немножко его осталось, я считаю, что 15 минут. И вот за эти 15 минут, чем больше песен, тем лучше. Потому что песни говорят за Юрия Чайковского. Юра, все, что поешь, пережил. Ну, в принципе, конечно. Потому что я все-таки вот хочу сказать, что вот опять Аксиковский, Чайковский, Аксиковский. Ну да, носки. А, да, носки. Нет, польский. А еще же, смотри, как похоже. А я же про себя называла еще Аксикомания, да? Ну, то есть, там чуточку... Теперь будет Чайкомания, да? Да, а теперь Чайкомания. Ну, это уже ближе. Но у меня еще нет так глобальных дисков, как у Владимира Аксиковского. Он серьезные песни пишет, у него около 500 песен, в общем-то. А 700? 700 песен, 700. У меня около
около 300, но дело не в этом, дело в качестве. Ну, приближаемся, песни. Да, еще и качество. Ну, и потом Максиковский писал, а многие песни он сам как бы, ну, то есть он быстро пережил, вот это легло на бумагу, а вот чтобы прийти к этому и впитать, и стать этим, вот я считаю, что песня вообще-то на самом деле это некая такая субстанция или сущность, которая дана для того, чтобы человек мог развиваться. В первую очередь тот, кто поет, автор. Вот. И вот каждая песня, это, если она вошла в клетки твои, в кожу, в плоть, в кровь, то она тебя как бы дотягивает и вот туда-туда, к Богу, к Богу. Ну вот когда я с ним как разбежались пути, он еще вот не находился на той стадии, чтобы вот, как он там написал, что, может быть, когда-нибудь успею понять все, что дано мне свыше. Вот, вот это вот то, что дано свыше, трудно принять. И даже вот когда мне тоже стихи шли, да, вот принять их сразу не удается. Как бы ты берешь и отделяешь от себя, и смотришь на них со стороны. Ты уже не отделяешь от себя стихи, то есть они являются твоей сущностью, или все-таки со стороны пока еще? Понимаешь, Мария, вот когда пишешь стихи и музыку вместе, оно как цельным идет, цельно все, оно не разделяется. Нет, нет, я имею в виду потом, когда ты исполняешь. Вот оно это... не разделяется, оно все вместе. То есть в тебе это живет. Похоже, что наш Чайковский еще и духовный поэт. Ну, в какой-то степени. А тут он бы сказал, в какой-то степени. Мы, кстати, остановились вот как раз на тех вещах, что материализация мыслей, сказочная рыбка, да, исполняющая желания. Вот очень скоро у меня в Москве будет семинар «Волшебная русская культура, древнерусская». Желающим, пожалуйста, милости просим на этот семинар, там все буду рассказывать, показывать, объяснять. Ну, надеюсь, меня ты уже пригласил туда. Без проблем, без проблем. Все, хорошо. 11 февраля в 2 часа дня, музей Васильева. Значит, музей Васильева, это метро Каширка, по-моему, да? Это метро Алтуфьева. Ой, Алтуфьева. Череповецкая, 3Б. Череповецкая, 3Б. Какого 11 числа? Февраля, воскресенье. 11 февраля, вот такая дата, 11 февраля, воскресенье. 2 часа дня начала семинара. Это сколько он стоит там? 500 рублей. 500 рублей стоит семинар. Ну, организаторы там собирают. Да, организаторы собирают. Вот, так что... Кто хочет познакомиться поближе с Юрием Чайковским на семинар? Нет, с древнерусской волшебной культурой. Ну и с ним тоже. Так, а ты же представитель? Там же много будет великих вещей. Там будут давать законы процветания, удачи, успеха. Все, все, все. Ну, все ясно. Так, Юра, поехали теперь дальше по песням. Поднимаясь над временем, таким быстротечным, я согнулся под бременем информации вечной. Разбивая все скалы проблем неотложных, я смотрю на скалы опасностей ложных. И молю я Всевышнего, даже сил все стерпеть, убирая все лишнее, я могу не успеть, вырывая из будня тусклых дней красоту, пробиваюсь я грудью, как во тьму пустоту. Дай же сил догореть до конца, до конца, чтобы к смерти надеть край золотого венца. Дай же сил догореть до конца, до конца, чтобы к смерти надеть край золотого венца. Башни молчания, непорочные вены, символ заклания, укрепи ты одежду на горе, на высокой. Ты не помнишь, как прежде бил на пад ты до срока, бил на пад ты до срока. Только вспомни о духе, он незрим, но живой. Смерть совсем не старуха, ее лакомство бой.
над страстями земными, битва света и тьмы, что в последнем прорыве осознали, кто мы, осознали, кто мы. Даже сил догореть до конца, чтобы смерти надеть край золотого венца. Даже сил догореть до конца, чтобы к смерти надеть край свободы венца, край золотого венца. Из золотого венца. Ну вот песня, в которой опять прослеживается, ну просто сил моих нет, опять Аксиковский, только там другое. Ну кто сказал, что смерть старуха, тот жил, видать, для тряпок да для брюха. Вошла красой блистая, любимая, желанная такая. Ну занавесьте зеркала, ну занавесьте, сегодня я жених, она невеста. Вот, как видишь, наизусть-то знаю. Да. У меня же такой рок, моя судьба была такая, когда я была молода. Почему? Почему, когда была? Когда еще не летала на ступе с метлой, когда была молода. Все женщины-ведьмы по натуре своей. Я была, как это сказать, музой, наверное, очень большого количества певцов. Юра, признаюсь тебе, любила исключительно. Но одного из них любила и выделяла. Вот и особенно сильно, но так любила, что боялась сознаться, мало того, ничего земного за ним не подразумевала и не хотела, любила только вот как это, и поэтому у него даже есть там что-то: бесполый ангел, веди мой черный карандаш и соблазни весь мир, о том, о чем поет Бакенец. Так вот, бесполым ангелом шла рядом с поэтами, и вот сейчас слушаю и думаю, как продолжение Аксиковского. Ох, как бы мне да не влюбиться, но если бы не была замужем, точно бы вот по уши бы и погрязла вот в этих песнях. И опять бы возлюбила. Но на самом деле нравятся тоже, конечно, песни. И я вот настолько любила песни Володи. И вот сейчас слушаю тебя, и тут... А еще я, конечно, до этого у меня кумиром был Володя Высоцкий. Вот и я тоже просто от него, ну как это сказать, я же женщина, поэтому я как бы любила не только песни, но и самого Володю. Просто у меня даже, знаешь, когда я пережила клиническую смерть, то единственный человек, которого я там первого встретила, это был Володя Высоцкий. То есть настолько вот, наверное, я была пронизана, даже мне говорили, что я похожа на Марину Влади, это до такой степени надо было... У меня есть песня о Высоцком, да, и да. О Сталине, обо всем. Вот такая вот. И у него тоже о Сталине, вот смотри, и о Высоцком, и о Сталине. У нас, к сожалению, осталось всего 5 минут. Вот какую песню ты споешь? Ну вот как раз я эту хотел песню. Давай. Да. А напоследок я скажу, да? А напоследок он скажет, но я думаю, что мы с Юрой не расстаемся. После песни мы не будем уже разговаривать или будем немножко, да, пару секунд. Но я до песни скажу. Я думаю, что мы не расстаемся, тем более, что... К вашим услугам кандидат философских наук, парапсихолог Юра Чайковский. Вот оно что, еще и парапсихолог. Да, и ну как кудесник. Мне тут устоять? И русский кудесник. Значит, это просто как бы, к слову, есть такая пародия, смешная такая, шутливая пародия на песню «Я спросил у Ясеня». Она была рождена в Воронеже, то есть я работал перед большой аудитории, и за толпой прошла лошадь. И я, значит, вместо того, что пел «Я спросил облако», начал петь «Я спросил у лошади». Все. И что из этого получилось? Поехали. Представляете, на этом закончим. Это шутливая пародия. Я не думаю, что Таривердиев обиделся бы. Я спросил у Пушкина, где моя гитарочка? Саша грустно молвил мне, наверное, взял Дантес. Я спросил у Ленина, где мое просветление? Ленин, щурясь глазиком, Феликса позвал. Феликс мой железненький, Феликс бородатенький, где же мое просветление? Знаешь, где оно? Отвечал мне Феликс-то, он стоит, Авророчка, сейчас как плюнет залпиком, сразу все поймешь.
сил у Сталина. Зачем так Русь изранена? Сталин подписал приказ: ГУЛАГ меня, ГУЛАГ. Я спросил у Гитлера: ну зачем украл ты свастику? Ведь это древнерусский знак, знак света и добра. Гитлер черный таракан, усики топорщатся, отвечал мне жестко так: сатан мой господин, крови вашей жаждет он, и на Русь послал войной. И ни Христос, и ни Коран, да не властны надо мной. И ни Христос, и ни Коран, да не властны надо мной. Я спросил Высоцкого, стоя на Ваганькова: где же мои концертики, знаешь, где они? Отвечал Володенька, отвечал родименький: ай, потерпи немножечко, ай, потерпи немножечко, ай, потерпи немножечко, ой, скоро буду все. Я спросил у лошади: где моя слюбинушка? Лошадь помахала мне печально так хвостом. Я спросил у вечности: где моя судьбинушка? Вечность отвечала мне: наверное, таки в Москве найдешь. Я на всех обиделся, все такие странные. Правильно ответила, вечность лишь одна. Я спросил у лошади. Что ты в этом роде? А что там вечность-то ответила? А вечность ответила, ну, наверное, таки в Москве найдешь. Все, короче, все в Москве. Москва приемно странный город, мы все к тебе придем. И приходят сюда поэты. К сожалению, наша передача заканчивается. Вот она была такая насыщенная. Жаль, что опоздал Юра. Мы разместим, кстати, твои фотографии, если дашь. Это с дочуркой, да? Да, вот с дочуркой. Значит, дочурка есть, а где жена? Она в Киеве живет. Я же из Киева. Подожди, а мы тут объявляем про половинку. А это как ну, так? Так а, чтобы дочка, никого не. Дочка, да, самостоятельно давно живет. А, то есть разведенный. Да. Дорогие женщины, разведенный. Как с жаль. С большим как... опытом. С большим опытом. Как жаль, как жаль. Ну, все, на этом мы заканчиваем передачу. С вами была ведущая Мария Карпинская, я на передаче «По щучьему велению». Вот и. И по поводу материализации приходите на семинар, научу, как материализовать мысли. Да, Юрий Чайковский тут начинает. Чайковский, да. Чайковский, материализованный в нашей студии по щучьему велению некой щукой. Ну, а щука, наверное, это я была. Все, всего вам доброго. Да, всего, пока. До свидания. Пока. Вот Баюн заговорил, двери настежь отворил. Сотру сословья вековую пыль и склею треснувшие мысли.